сравнению с богемой мегаполиса, я колхозник. Я не могу точно сказать, как это все произошло, но постепенно. Всегда любил и всегда к этому стремился. Зарабатывать деньги на этом, ну, лет 10 уже. А вязать умею с детства, научился в детстве. Братья по разуму. Да я не брат вам. Я поражена. Не я вам брат. Ну что хотел сказать, это я сегодня вязала, когда сюда шла. Да не мне это показывать надо. Ваши цвета на вас надеты. Я связалась. Что-то такое. Орать все начнут, что шикарно, хорошо. Держите за конец. Хорошо. Вот такой я молодец. Вот. Плед, конфет, я не знаю, как назвать. Ничего себе. Слепые даже видят. Прозревают сразу. Ну да. Хотелось бы такого фокуса в жизни. Это да. Так тут что-то вроде этого происходит. Идешь по Москве, все серое, никакое вообще не интересное. Вдруг бабах. Откуда ни возьмись. Ничего себе. Витрина, как его положить? А эти одежи. Это не ваши? Ну, работа моя, да. Разошелся лет 10 назад просто. Ага. Так-то я вязал всегда и носки там какие-то и. Одежду. Ну да, такую. Шапочки. А кто научил-то? Никто, по-моему, где-то хватанул. Просто попробовал. Просто где-то хватанул, да. Ни бабушка, ни мама. Нет, бабушки у меня как бы не было. 3 года было мне, когда она умерла. А родителей нет. Ну что, папа офицер какой-то там. Послевоенная мама какая-то тоже там непонятный агент госстраха. Первые свои шаги я помню у соседки. Ага. С сыном этого, с кем мы дружили. И помню девушку одну, она старше меня лет на 5, она сейчас жива. Угу. Вот эти впечатления остались у меня. Угу. А именно как это все произошло в первый момент, я не могу вспомнить. Одноклассники говорили, что я во втором классе там какие-то кошелечки вязал, что-то все там это, выпендривался в школе со спицами. Ни у кого ничего не спрашивал, всегда нас, скорее всего, подсматривал, как это делается и как происходит процесс вязания. Да, мне всегда было стыдно спросить, что там, покажите, расскажите, дайте попробовать. Это потом уже, может, после 20 там, 25, как бы так, не стеснялся уже, как бы, в открытую. Uh-huh. В автобусе еду, вижу там в поезде, мне нравилось очень. Да, все водку пьют, а я вижу, сижу там. Они все уснут, потом я водку пью. Как бы так, ну, везде со спицами был. В деревне пастухом работал там, я тоже вязал стоя, ходил коровами и вязал стоя. Это уже там смеялись девчонки. И коровы как относились? А чё коровы, они смотрят на меня, как на родного пастуха. Понимаю. Да. Ну, меня выгнали там. Алкаши решили, что я не пью, надо меня сдать. Они получку пропивают, а я не пью с ними. Что-то не то. Да, значит, не то. Наркоманом обзывали меня, там непонятно чего. Зарплату я больше всех получил, а я за них отрабатывал. В детском саду мы все добрые, а потом, как только начинаем появляться в школе, мы начинаем быть жадными. Мы хватаемся от учителей двоек, троек и бежим. Начинаем козлиться, да, юристами становиться, финансистами. Козлами отпущения в Кремль стремиться. Лезть в Кремль. Конечно, ну не в Кремль, хотя бы в Госдуму. Как минимум. Там мимо проходишь, написано ГД. А я всегда читаю Гуревич Дима. Смешно прям. Ну так. Выгнали и чего пришлось? Ничего не приходилось. Жил как жил? Как жил, жил, дышал, ребенка сделал нормально. Никем я в жизни не был. Художником. В деревне жил, деревенским был, но определенного места такого нет. Трудовой даже до сих пор нет.
Наверное, в глаза не видел. А вы откуда? Родом из Белоруссии. Старые дороги там есть такой город. А сюда перебрались? Да я в Израиль пытался выехать. Израиль? Да, по отцовской линии. Мечтал вязать. Да она не святая. Чем она святая? Земной шар – это святость, а не Израиль. Просто выехать хотел, как бы вязать там, может. А в Москве остался, потому что находить стали то табаков, то еще что-нибудь. Начал деньги зарабатывать, так и остался. Можно трогать руками? Да. Разрешает. Воевать нельзя, все остальное можно. Я сам не вижу, что я делаю, конечно, никогда не раскрываю, это просто само по себе. Идет. Да. Ну, это вы так говорите, а одно к другому-то вы подбираете еще как? Ну, первый раз я это вижу. Одно к другому. Ну, до конца растяните, как бы. Ну, и как впечатление из того, что первый раз увидели? Кстати, прям никак. Я не могу впечатляться, потому что мне все равно, как бы, по-русски сказать. Ну, посмотрел, обрадовался, и пошла ты своей дорогой. Давай другое что-нибудь вязать. Как бы так. Длинный стол. Или высок. Или-или. Или-или. Не рукоделие, это искусство в чистом виде. Ну да, я считаю, что это искусство. Что это не шутки, да. Это не шутки, нет. К ремеслу это не отнесешь, потому что... Нет, это чисто искусство. Ремесло – это часть жизни человека, а если уже искусство, к искусству относиться, то это, мне кажется, скорее всего, ближе ко мне подходит. Конечно. Я вообще к живописи отнесу. Слова. Ко мне надо новые слова придумать, я считаю так. Это не гордо сказано, но надо что-то ко мне придумывать новое. А жена как относится к этому? Очень хорошо. Но мне были с ней расписаны. Она хорошо к этому относится. Ну, конечно, каждая женщина денег хотела. А разошлись, я не знаю зачем. Может, она пила из-за этого. Она сейчас пьет. Ну, не спивается, а просто выпивает. А эти машины, это ваши машины? Что значит ваши? Личные? Да. Нет, это придумали директора магазина. Как бы. Это их проект, вязать эти машины, обвязывать и распространять в качестве рекламы. Это они придумали, не я. Они действующие? Да, они работают. Открытый. Ездит она, да. И номер. Но это она рассчитана. И в ГАИ тут уже как бы... Спокойно, они, как... да? Да. Но она официально, это же не просто как бы кусок пластмасса. Ну, да. Она рабочая машина. И... Да, наверное... Вот это лясы, ягоды и грибы. Тут все. Ну да. Расскажите, где в лесу собирали вы ягу. Ну да, может быть так. Лес, вон, видишь, все тут есть, и болото, и лес, и Африка. Африка есть, это точно. Я негра вязал на галстуке. Угу. У меня получалось, портрет. Это не нравилось. Нет, просто имитацию какого-то такого, ага. Племенного. А мне... весь рот просто. Да, ноги, руки. Как... Тут и Африка, и Перу. Да? Все страны мира. Все страны мира тут. Ну да, конец февраля, начало мая. Снимал подвал, я ушел из дома, что-то так. Это не по пьянке, не с, как бы с бодуна, ничего. Просто взял карандаш и начал рисовать. А графики тут вашей нету? Да, да вот она, пожалуйста, можно? Смотрите. Ну вот она. Можно? Конечно, да. Как бы так. Сразу я под линейку делал, вот они, линейку вложил, каких-то черточек навожу, там кружочки я повожу. А увидели, ну, искусствовед, как бы, увидел, говорит, это якобы, ну, детский сад, грубо говоря, когда под линейку ты рисуешь. Ну и вот и я потом начал. Подсоветовал, сказал, рисуй. Подсоветовал, да, вот, скорее всего, так, что можно. Можно так, правильно я делаю, можно так? Да я не понимаю, где здесь. Ну вот я же думаю. Зад, перед, как-то, с какой стороны смотреть. Вы художников любите? Вообще? Ну как я могу художников любить? Девушек могу любить, художников. Нет, ну картины. А, почитать кого-то? А я не видел никого.
особо не... Да я не видел, не то, что особо я не ходил никуда. Угу. Меня приглашали на выставки. Не попадались, да? Не попадались вам книжки какие-то такие? Ну, они есть, но я не понимаю вообще книжки. Вы не смотрите их особо, да? Ну, могу посмотреть, но у меня памяти нет. Ну, изобретайте сами просто. Да я не изобретатель, а что, конструктор какой-то? Не изобретайте, все на ходу. Что значит изобретаете? Ну как, придумываете же все. Да я не думаю ни о чем. Что я должен думать еще? Ну мне советовали, конечно, что я должен как бы задуматься, там что-то рисовать, что-то там. Ну никто не должен, конечно. Ну я не знаю, у меня что-то мыслей никаких нет. Что-то ходит рука и ходит, пишется и пишется. Тень наводится и наводится. Просто нравится как бы. Что-то оно шло-шло у меня, потом я что-то перекур себе устроил такой, отдых, чтобы не загоняться. Сейчас опять начал рисовать что-то там. Хожу на улице, там где-то на лавочке сижу, рисую. Неповторимые конфигурации какие-то и фактуры. Ну, искусствоведы смотрели, говорят, что да, такие движения рисунка делает вот человек как бы с двумя высшими образованиями. Да нет, тут образование не поможет. Да, у меня образования в этом нет. Как-так. Это... Просто получилось. Взял карандаш и начал рисовать. На Ленина похож, знаешь. Или ты. Да это так получилось. Три. У меня жена Лена, я тоже Ленин. Бумагу тоже всякую пробовал. Правильно. По-моему, белый карандаш. Да. Там другие какие-то. Белый блестящий, да, грифель. Какой-то я покупал. Ой, как красиво. Вот этот блеск очень важен здесь. Да, вот я его тоже вижу. Довожу прямо. Тут более матовый, а тут такой, этот грифель такой прям блестящий. Все линии такие живые вот именно у вас получаются. Ну вот это я мазал, ага. Наносил сюда чай. Чай. Тонировали. Кто-то чай. Научил меня, да. Да-да-да-да. И получается, как будто старая бумага такая. Какая-то. Ну да, тоже цвет такой есть цвет, как бы. Интересно. Ну, на улице рисовал вещи. На улице, да? Вот такой город получился. Почему город? Какой-то урбанистический, кажется, город. Баллистика, баллистика. Страна есть такая, Бали. Бали. Баллистика от слова Бали. Чтобы не болело. Конечно. Конечно. Чтобы не болело, лучше вязать. Она да. Все болезни выйдут. С баллистикой. Тут прям метод лечения практически новый. Баллистика. Ну надо преподавать. Можно. Уже пора переходить. Не перейду. Сами переходите. Преподавание. Не буду никому еще преподавать. Доходите сами, как я дошел. Мне вот здесь нормально. Как только встаю, уже не нормально. Каково это мне знакомо. Ну да, еще подляжет какая молодая. Избежавшая от мужа. Не хочу, я пойду лучше перекурить. Курить, алкоголь. А выставки такой у вас не было? Нет, по вязанию. Ну мне, я же один, что. Мне жена нужна по искусству. Я один не могу ничего сделать. Я же не могу там юридическими вопросами заниматься. Там, не скучно, просто у меня в голове такого нет. На выставку. Меня приглашают на выставку. Я в театральной выставке выступал, в дизайнерской от Моска. Ну, по приглашению. Так, в театр меня также приглашает поработать. Костюмы вязать. Выставка графики была в доме актера. А вы вообще же маслом пишете? Нет. А это не картина, что ли? Это картины. Ну и зачем писать? Для меня это картины. Ну пусть другие пишут, а я конечно буду вязать.